What's up? What? Стоп, подожди, это же из другого фильма. Так, дурья башка, вспоминая, зачем ты пришел в эту белую студию, сел на этот белый стул, нацепил на себя петличку и общаешься с этими белыми людьми. Deutschland, Deutschland, Uber, alles Uber. Я вспомнил, мы здесь, чтобы посмаковать лучшие моменты из лучших фильмов Квентина Тарантино. English, motherfucker. Do you speak it? Yes. Then you know what I'm saying. Yes. Describe what Marcellus Wallace looks like. What? Say what again? Say what again? I dare you. I double dare you, motherfucker. Say what one more goddamn time. I dare you, кричит раздосадованный джентльмен в черном и делает нам первый подгон. Смотри, dare это синоним to challenge или бросить кому-либо вызов. Ты, например, можешь сказать, Sam, I dare you to go on without rushing the whole video. Sam, я бросаю тебе вызов, или Sam, слабо ли тебе говорить, не говорить по-русски весь ролик. Есть у dare и второе значение, оно довольно близкое, но не совсем. Dare в значении иметь смелость что-либо сделать. Например, do not even dare look at her. Даже и не смей, даже и не помышляй на нее смотреть. Если ты используешь dare как синоним to challenge, то всегда ставь перед ним частичку to. Например, I dare you to call her out tomorrow. Бросаю тебе вызов, или слабо ли тебе пригласить ее завтра в кино. Удивительно, что если бы ты спросил меня всего лишь пару месяцев назад или пару недель назад, кто главный актер или персонаж фильмов Тарантино, я бы сказал тебе Сэмюэл Л. Джексон, который именно у Тарантино стал суперзвездой. Но пару недель назад я посмотрел «Однажды в Голливуде» и обалдел от того, что я обалдел от игры Питта, забыв, как я обалдел от игры Питта в «Ублюдках». Я запутался! Sound good? Yes, sir! That's what I like to hear. But I got a word of warning for all you would-be warriors. When you join my command, you take on debit. A debit you owe me, personally. Each and every man under my command owes me 100 Nazi scalps. And I want my scalps. And all y'all will get me 100 Nazi scalps, taken from the heads of 100 dead Nazis. Or you will die trying. Все мы помним эту легендарную фразу Брэда Питта: «Каждый солдат должен мне сотню нацистских скальпов». Но если отмотать немного назад, то он выдает фразу «All you would-be warriors». «Would-be» — это очень популярная конструкция. Используй «would-be» или «wanna-be», когда ты говоришь о тех братьях и сестрах, которые из кожи вон лезут казаться, но не получается. Ты, например, можешь сказать «I'm so sick and tired of all these wanna-be rappers». I wanna be gangster rappers. Я настолько устал от этих рэперов, что хотят казаться гангстер рэперами. То есть дословно и фактически would be или a wanna be переводится как подражатель. Забавно, что Брэд Питт заканчивает эту фразу словами You will get me those scalps or die trying. Салют 50 Cent. Конечно же, это дерьмо здесь. По мнению моего скромного африканского зада, этот фильм лучший в коллекции Тарантино. Сколько раз я его смотрел? 2, 3, 4? Я уже не помню. Anybody bring any extra bags? No, nobody brought an extra bag. I'm just asking. Do we have to wear them when we ride? Oh, well, shit fire! If you don't wear them as you ride up, that just defeats the purpose. Well, I can't see in this fucking thing. I can't breathe in this fucking thing, and I can't ride in this fucking thing. Well, fuck all y'all. I'm going home. Великолепно! Уроки джентльменства от Квентина Тарантино. Смотри. Общаясь с идиотом, не трать воздух называть его идиотом, просто достань камеру, и он все сделает за тебя. Но теперь английский. It defeats the purpose. Эта фраза дословно значит «теряется смысл». Например, ты всю жизнь копил свои копейки на машину и все-таки взял ее в кредит, но зачем ты держишь ее в гараже? И твой друг выдает тебе, Yo, Толя, why are you keeping the car in the garage? Doesn't it defeat the purpose of having it in the first place?
Йоу, Толя, зачем ты держишь эту машину в гараже? Разве не теряется смысл приобретения ее на последние гроши в кредит? Чувак, очнись! Яо, напиши в комментариях похожую дурацкую ситуацию, используя эту конструкцию, и передай привет Толяну. Толян, салют. Яо, и в конце то, из-за чего начался этот сырбор, я на днях посмотрел, ну как на днях, посмотрел «Однажды в Голливуде», во-первых, кино супер, во-вторых, Квентин смог создать такую атмосферу в фильме, что мне не захотелось выходить из зала, заканчивать этот сеанс, и в-третьих, Квентин, что за российское изображение Брюса Ли в этом фильме? Russian, motherfucker, do you speak it? Embarrass yourself like that in front of all those goddamn people. Alright, let's cut to the chase with this one. To embarrass. This guy has two ends. So I was on a date yesterday with that pretty girl, and man, I said some stupid joke that I felt embarrassed. То есть я был на свидании вчера с этой классной девочкой и зачем-то ляпнул дурацкую шутку, капец мне было стыдно. То есть, когда ты говоришь to be embarrassed или to feel embarrassed, это дословно значит быть смущенным или ощущать покраснение на своем лице. Ставь лайк этому ролику, если ты не краснеешь! And the other end is when you use this word in regards to someone else, like the opposite of the previous situation. So we were on this day with a guy and he said some stupid ass joke, girl, did he felt embarrassed. Мы были вчера на свидании с этим чуваком, и он сказал дурацкую шутку, и капец, он покраснел, девочка. То есть to embarrass someone значит смутить кого-либо. Йоу, это был Квентин Тарантино, Puzzle English, Сэм. До скорой встречи, пока я не придумал конец.